Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні у нас в студії дуже цікаві гості. Ми з вами будемо давати презентацію Черн Фільмс Фестивал. Це фестиваль молодіжних спортивних фільмів, який відбудеться 27 листопада цього року на Одеській кіностудії. І тому ми будемо зараз спілкуватися з нашими гостями, які прийшли до нас розповісти про це, про цю видатну подію. Це третій фестиваль уже. Що це за собиття? Добрий день. Наш фестиваль молодіжних спортивних фільмів ми почали проводити в цьому році. Зараз ми проводимо вже третій фестиваль спортивних фільмів. Зародився він як фестиваль чір-фільмів, чир від слова чірлідинг. У нас була заявка від команд чірлідинга, які хотіли показати свої роботи, показати роботи своїх команд і зробити це красиво, празднично. І таким образом у нас з'явився перший фестиваль чір-фільмів. Він був фестиваль юмористичних чір-фільмів, пройшов 1 апреля 2016 року. І після нього почалось самоорганізуючись движення. К нам обратились другі команди з просьбою продовжити фестиваль. І літом на второй фестиваль ми вже проводили на Одеській кіностудії більш масштабний фестиваль, більш красочний. У нас, крім чір-команд, участвували тоді вже і професіональні студії, які представляли свої спортивні фільми. Ви одразу ж відповіли на мій другий питання. Я хотів узнати, дійсно, в наше непросте час, коли прибыль особую с культурных событий сложно предвидеть. Вы, тем не менее, ринулись в это направление. Неужели у вас социальный проект, в котором вы приносите то необходимое нашему обществу, тот глоток, я хотел сказать, культуры, вот, наслаждение событиями духовного плана, а не только лишь зарабатывание денег? И при этом вы несете, в первую очередь, скорее всего, какие-то убытки, как я понимаю, но тем не менее вы согласились продолжать эту идею, развивать ее, да? Времена бывают редко очень простыми. Наша общественная организация «Октава» уже очень много, более 16 лет занимается общественными проектами. Мы часто проводим молодежные фестивали. Что касается материальной стороны вопроса, мы, собственно говоря, научились каким-то образом плохо или хорошо решать эти вопросы. И мы стараемся поддерживать молодежные какие-то запросы, культурные запросы, запросы спортивных организаций и помогать им в их развитии. Собственно говоря, открытие фестиваля, движение, это фестивальное движение, молодежное фестивальное движение, фестиваля спортивных фильмов, направлено в первую очередь на популяризацию молодежного спорта. На популяризацию молодежного спорта, на популяризацию здорового образа жизни, что, на наш взгляд, на сегодняшний день очень важно в нашей стране. Я почему хотел спросить Дениса, мы как-то встречались с вами на одной из передач, помню, на репортере канале, и вы, мне понравилось, как вы рассказывали за проблемы спорта, в общем, но тем не менее мы поняли, что вот благодаря вот таким инициативным командам, как ваша, будущее у спорта, будущее у культуры есть. Вот как вы считаете, почему есть будущее и как нужно поддержать этот фестиваль обществу? Что нужно для этого сделать? Ну, на самом деле в нашей стране очень много инициативных людей, которые готовы помогать спорту. Наша задача, моя задача и как руководителя спортивного клуба, и как помощника в организации молодежного кинофестиваля найти таких людей, обратить их внимание на и проблемы спорта, на красочность тех или иных видов спорта, на, скажем так, обратить взгляд в будущее, показать, что, ну, это просто необходимо для нашей нации. Вот. И хочу сказать, что на сегодняшний день мы убедились, что очень много таких людей есть. На самом деле есть люди, которые готовы абсолютно безвозмездно тратить свое время, свои какие-то ресурсы для того, чтобы помочь, поддержать молодых команд, поддержать перспективных спортсменов. Даже не перспективных, а уже многие команды, которые у нас участвуют, это ребята-призеры, чемпионы Украины и Европы. Они выезжают на турниры, выезжают, к сожалению, пока что за свои деньги, вот, потому что спортивные организации, госструктуры и так далее, к сожалению, не поддерживают никоим образом. Вот тут я хотел бы поподробнее, да, с этого момента, потому что я понимаю, что есть библейская истина, не хлебом единым. Но тем не менее, вот это вот чувство сопричастности к своей нации, как вы сказали, к своему народу, оно говорит о том, что мы хлеб, соль земли вот этой, и тем не менее мы должны все равно добиваться, чтобы государство эти программы
как минимум поддерживала, а как максимум даже их составляла и направляла в том необходимом ключе воспитания, потому что видно же, что в большинстве случаев остается не при делах, особенно молодое поколение необеспеченных родителей. И вот какую роль вы видите здесь? Как государство все-таки перестраивает свою работу? И что вы для этого привносите, кроме фестиваля? Какая еще у вас есть за рамками фестиваля работа общественная, направлена вот на это? Дело в том, что до того, как создался этот проект кинофестиваля, мы, руководители клубов спортивных, различных клубов, всячески пытаемся пропагандировать наш вид спорта. Пытаемся пропагандировать с помощью каких-то фотографий в соцсетях, делаем какие-то свои сайты, выступаем на различных концертных площадках города, страны, участвуем в каких-то проектах. Но дело в том, что подобного рода проекты, в которых мы участвуем, даже возьмем профессиональные турниры. На профессиональных турнирах по черлидингу, а я был уже на очень многих, очень мало зрителей. Есть родители, есть какие-то друзья, приходят спортсменов, и на этом все заканчивается. Да, делаются репортажи спортивные о событиях и так далее, но этого слишком мало для того, чтобы, во-первых, пропагандировать этот вид, тот или иной вид спорта, а во-вторых, этого очень мало для того, чтобы привлечь инвестиции. Поэтому, допустим, кинофестиваль, он позволяет привлечь более, скажем так, солидные массы, более солидных людей для того, чтобы обратить их внимание на тот или иной интересный вид спорта, на ту или иную перспективную команду. Познакомить руководителей клубов с представителями каких-то бизнес-организаций и так далее и тому подобное. То есть мы создаем, скажем, большую такую массовку из людей, которые развивают спорт в этой стране, и людей, которые развивают бизнес в этой стране. И те, и другие могут оказаться друг другу полезны. В принципе, на сегодняшний день это самый такой перспективный вариант для поддержки национального спорта. Других вариантов я не знаю. Как вот относятся участники фестиваля и люди, с которыми вы не первый раз уже, наверное, имеете дело на спортивных соревнованиях, где-то какая-то коммерческая часть составляющая этой существует. Как они относятся? Они верят, что вы победите? Что вы будете и дальше, и четвертый фестиваль будет, и пятый фестиваль? Более чем. На чем основан ваш оптимизм, я хотел спросить? Он основан, в принципе, уже на реально существующей ситуации, потому что все команды, которые участвовали и на первом кинофестивале, и на втором кинофестивале, который проходил 26 июня, они вновь принимают участие сейчас, потому что появились и новые позиции соревновательные в кинофестивале. Конечно же, в чем-то увеличились требования к фильмам. То есть они выходят на более, скажем так, детский, но профессиональный уровень. Потому что, как изначально он зародился на командах черлидинга, а черлидинг – это очень зрелищный вид спорта. Соответственно, требования комиссии, чтобы фильмы были более зрелищные, более захватывающие и, как это правильно сказать, проникновенные, которые вдохновляют человека, обычного зрителя, пробуждают в нем какие-то эмоции, пробуждают желание у молодых зрителей заниматься спортом. Я поэтому хотел познакомить, что у нас еще появился в студии гость Валерий Слуцкий, и которому мы сейчас дадим слово. А вот, Татьяна, у вас как президента фестиваля, мне хочется спросить о следующем. На какой вот вы стоите, скажем так, лестнице, если брать, условно говоря, мировой рейтинг, европейский рейтинг, всеукраинский рейтинг, этот фестиваль имеет какую-то ступеньку, он занял уже свою нишу? Наш фестиваль стоит, если мы имеем в виду хронологию, временную лестницу, мы стоим только на первых ступеньках своего развития. Это третий фестиваль, мы только начинаем, это первый год развития. Вместе с тем мы по эволюции своего развития уже расширились настолько, что если первые два фестиваля у нас были организованы в рамках черлидинга, то есть мы рассматривали черлидинг как спорт, после второго фестиваля к нам обратились спортсмены других федераций, других направлений видов спорта с просьбой расширить, собственно говоря, номинации фестиваля и включить туда другие направления. И уже сейчас у нас есть баскетбол, у нас есть фильмы от юниорской баскетбольной лиги, есть у нас сейчас борьба, у нас есть фильмы по степу.
и много других направлений. Вот это прекрасно. Вот я не знаю, меня настолько вдохновляет вот это ваш оптимизм и ваше умение расширить линейку, что похоже, что вы уже все ниши будете скоро занимать, так как вы являетесь представителем молодого поколения современного, и вы работаете в том направлении экономики, которое называется креативное, и без которого нам, украинцам, уже не выжить, потому что во многих случаях утеряна конкурентоспособность там, в промышленности, я не знаю, в других сферах деятельности. А здесь энергия, оптимизм молодежи, она позволяет выходить, наверное, уже дальше и на европейский, так понимаю, уровень, зарубежный уровень, потому что деньги можно делать практически из ничего. Туризм практически из ничего, только надо предпринимательство. Спорт. Желающие, как вы сказали, Денис, вполне придут на оптимизме, и даже родители помогают. Культура, она сама Богом дана украинскому народу. Что касается там, изобразительного искусства, там, театрального искусства, все это составляющая духовного содержания нашего народа. И еще на это можно зарабатывать, оказывается. Какие планы у вас дальнейшие развивать этот фестиваль? Есть? Даже вот сейчас мы в рамках этого фестиваля уже объявили конкурс видеоблогинга. Мы хотим больше развития, больше привлечь народа, причем самые разные направления. То есть спортивный видеоблогинг – это вообще довольно-таки перспективная вещь с учетом развития нета. Вот. Но это дополнительная категория в нашем фестивале. Мы будем нашим телезрителям, кто не понял, что такое слово нет, иногда спрашивают. Это мировая паутина, то есть интернет, которым вы пользуетесь, это сеть распространения данных. И поэтому вы видите перспективу в этом также, да? Ну, а теперь расскажите более подробно, у вас программа фестиваля, какой календарь у него, вот что вы здесь? Собственно говоря, фестиваль у нас стартовал 20 ноября. Что значит он стартовал? Сейчас мы продолжаем еще брать фильмы, принимать фильмы от команд. И 21 ноября у нас был объявлен конкурс видеоблогеров. Видеоблогеры – это, для телезрителей можно пояснить, это те, кто на Ютубе, в соцсетях выкладывают свои видеоролики, они снимают. Это совершенно новое движение, новое культурное движение, новое в нашей культуре. Собственно говоря, интернет и развитие техники – это очень перспективное направление. Да? Интернет дал возможность каждому человеку доносить какую-то свою информацию. Многие снимают, поскольку сейчас фильм можно снять даже на мобильный телефон, многие снимают фильмы, выкладывают в интернет. И это движение уже нельзя не заметить, поскольку некоторые блоги собирают количество подписчиков миллионами, то есть 100 тысяч, миллион подписчиков. Есть видеоблоги, где мы можем наблюдать миллионные просмотры. То есть это очень большая аудитория. И наш фестиваль поставил перед собой цель дать возможность видеоблогерам в рамках фестиваля затронуть тему молодежного спорта. Разумеется, в том ключе, который нам интересен, в позитивном, активном ключе, в популяризации молодежного спорта. Для чего? Для того, чтобы использовать вот это новое движение видеоблогинга для популяризации молодежного спорта и здорового образа жизни. Потому что, как говорят мыслители, в здоровом теле здоровый дух. И для того, чтобы культура развивалась, она без спорта невозможна. И поэтому вы совмещаете спорт, культуру в одном таком действии, которое, надеюсь, со временем будет международного значения. Ну, тогда еще вот, Денис, тоже расскажите. Действительно, я так понимаю, что вы не оставляете для себя горизонт закрытым, вы постоянно что-то новое ищете. Потому что, как я понял из разговоров предыдущих наших, что вы и в спорте еще ищете какие-то ниши, привлекаете, юниорская лига у вас, да? И дальше, вот расскажите об этом направлении. Дело в том, что в последние годы Украина стала на путь, да, европеизации, ну и, соответственно, должен быть определенного рода, пусть не переворот в сфере культуры и спорта, но, во всяком случае, должны появляться какие-то инновационные проекты. Вот. Но на сегодняшний день это... Такие проекты могут создавать люди с широким кругозором, люди, которые побывали за границей, люди, которые увидели что-то новое в развитых странах. Вот. То есть желательно, чтобы это, конечно, были страны первой десятки. Вот. И, скажем, те проекты, которые были законсервированы, спортивные проекты, культурные и так далее, законсервированы в течение там, 10-15 лет, их уже не имеет смысла развивать. Нужно создавать что-то, нечто новое. Вот. Ну, как бы одним из таких спортивных серьезных проектов это стала юниорская баскетбольная лига.
То есть по инициативе тренеров по баскетболу, это преподаватели физкультуры в школах, мы создали данный проект при поддержке общественной организации «Октава», потому что она нас обеспечила многими, скажем так, необходимыми, ну, как и специалистами для создания всей этой сложной структуры. Нам очень посодействовала Одесская федерация баскетбола, нам очень помогла ДЮСШ номер 2. Вот. И на сегодняшний день мы имеем очень много команд, причем в двух дивизионах. Чем она отличается от ну, скажем так, обычного чемпионата? Во-первых, мы проводим на каждых матчах и фото, и видеорепортажи. Мы делаем нарезки. Мы делаем матч всех звезд, то есть по аналогу как бы высшего баскетбола, да, НБА. Вот. Это все достаточно зрелищно и так далее. Ну и самый зрелищный момент, конечно, на всех матчах баскетбольной лиги девочки-чирлидеры, то есть поддерживают команды, уже свои любимые команды, создают, скажем так, больший такой эмоциональный фон и так далее. У нас на каждых матчах сейчас есть зрители, это не просто родители, вот, это просто зрители, как приходят и друзья друзей, там, игроков и так далее. То есть очень много информации в интернете. Это новая, скажем так, инновация вот, в виде спорта. И вот она, четвертый сезон мы уже начали, она себя хорошо зарекомендовала. Я хочу сразу же, чтобы вы в двух словах еще как-то описали, что такое сам по себе чирлидинг, потому что некоторые наши телезрители могут не знакомы быть с этим понятием. В двух словах расскажите, потому что я так понимаю, что вы создали такой своеобразный художественно, можно сказать, спортивный кластер и руководствуетесь уже, если перефразировать слова Пьера де Кубертена, «О спорт и мир, а о спорт и любовь моя». И я вижу, что прогресс очень серьезный намечается. Вкратце, что такое чирлидинг, что мы уже перешли к плану и календарю, и программе нашего фестиваля? Ну, если в двух словах, то, в принципе, этот вид спорта достаточно многогранный. Он содержит в себе и элементы спорта, и элементы шоу. То есть, если это группы поддержки, которые выступают на баскетболах и открытии спортивных событий. Вот. А есть еще отдельно профессиональное спортивное направление чирлидинга. То есть, там, где используются сложные танцевальные элементы, там, где используется акробатика, построение там, пирамид и так далее. То есть, наверное, телезрители неоднократно видели это и в художественных фильмах, и как бы на каких-то спортивных событиях. Ну, на Украине около 15 лет существует чирлидинг, в Одессе он чуть меньше 10 лет. Вот. Я в этом виде спорта уже около 8 лет, начал помогал его создавать, скажем так, практически с самого начала, когда существовало в Одессе там 3-4 команды. Но вот на сегодняшний день это достаточно сложная структура, очень много клубов. Вот. И это и танцевальные элементы, я же повторюсь. Это и гимнастика, это и акробатика. Это элементы шоу, так понимаю. Это элементы шоу. Вы же можете не только на спортивных соревнованиях, как я понимаю, презентовать себя и вообще украсить любое мероприятие. И вот это еще не совсем понятно многим нашим вот зрителям, что вы можете на любое событие прийти и дать новую струю, новую волну, новое вдохновение, показать оригинальные какие-то композиции. Совершенно верно. Мы уже таким образом экспериментировали на спортивных событиях при проведении каких-либо эстафет, там, допустим, корпоративных и так далее. То есть оно очень прекрасно сочетается. Вот, то есть чирлидеры болеют там, за ту или иную команду. То есть я же говорю, больше эмоций, больше драйва, больше интереса. Можно сказать так, что появилась новая специальность, которая должна быть внесена в единый каталог профессий, которая при выходе на пенсию будет иметь ту или иную тарифную сетку. На самом деле это было бы здорово, потому что это действительно очень тяжелый вид спорта. Нужно очень много самоотдачи. Это на стыке культуры и спорта получается новая профессия. И если она будет развиваться, а я так понял, благодаря вашему энтузиазму, благодаря вашей поддержке, это будет направление развиваться. Опять же, получается, это сугубо социальный проект. Вы создаете новое, вкладываете. Не видно пока, когда будет доход от этого. Ну, тогда в двух словах расскажите, какие все-таки планы на ближайшие 5 лет. Еще коротко о календаре, о программе. Вот Валерий может рассказать, Татьяна. Сейчас мы стартовали с нашим фестивалем, и заявлено у нас сейчас 3-4 фестиваля в год. То есть сейчас мы говорим о том, что у нас третий фестиваль, на самом деле сейчас у нас четвертый фестиваль. Летом мы провели 2 фестиваля. Вы меня ошарашили, если один честно. Только на выезд. Я знаю, что третий только вот вы... Еще один фестиваль, да. Скажем так, внеплановый, проходил в Херсонской области в Лазурном. В то время, когда там проходил лагерь чирлидеров, это ежегодное такое массовое событие для этого вида спорта. Да. То есть неплановый получается. Да, и команды, скажем, каждая команда чирлидеров за те
полторы-две недели, которые были на сборах, создали каждый свой ролик о своей команде, как они готовились, как им было трудно выполнять или иные элементы, как они бегали по утрам, как они выступали на площадке. Поэтому я и говорю, береги, намекаю уже. То есть было однодневный. Берегись, европейский рынок, будем ли мы, какие планы на ближайшие 5 лет? Значит, то есть у нас запланировано постепенно выйти на следующий график по временам года. То есть осень. Весна, лето, сезону, да. Зима, сезону. Осень. Собственно говоря, мы начали, поскольку первоапрельский, поэтому следующий фестиваль у нас будет 1 апреля. Он у нас назывался Humor Chill Films. Это юмористический фестиваль спортивных фильмов. А в Одессе без этого обойтись очень сложно. И на самом деле, когда мы его проводили, мы столкнулись с тем, что спорт очень хорошо сочетается с юмором. И спортсмены настолько снимали интересные, креативные, юмористические фильмы, что, собственно говоря, впору им поучиться некоторым продакшн-группам. Там очень много есть интересных идей. Летний, понятно, он уже тоже показал фестиваль, дал нам знать, что летом мы будем проводить большой фестиваль, поскольку лето, тепло, дети, а в основном у нас студенты и школьники, это участники фестиваля, они более свободны. Далее, скажем так, осенний, скорее всего, у нас будет более массовым, наиболее массовым, скажем так, итоговым, и новогодний. Так можно вас перебить тогда? Да. Если вы так размахнулись, уже по сезонам планируете делать, и я так понимаю, что растет и зрительская аудитория. Во-первых, есть та аудитория, которая будет непосредственно присутствовать во время конкурсной программы и находиться в зале киностудии нашей одесской. Но еще, я так понимаю, можно подключить онлайн-трансляцию и продавать на нее права, если на то уже пошло. Вот, потому что это молодежное направление, молодежи все новое, такое не зацикленное, такое нестандартное, интересно также. И как вы смотрите на такие технические возможности? Существует, что в онлайн канал, например, выкупает права и транслирует? Существует. Мы пока еще не вели ни с кем переговоры об этом. Хотя продумывали. В любом случае мы хотим организовать стрим-трансляцию как-то нашего фестиваля, в том числе в нет. Ну так аудитория необъятная, я так понимаю. Молодежная аудитория полностью. И среднее поколение с интересом. Ну, очень короткие большие, фильмы, емкие. Если вы говорите, что уровень технический, изобразительный, творческий, сценарный уровень этих фильмов растет, и уже даже в виде YouTube, почему бы не делать это в прямом эфире, действительно, пускать стрим-программы? Стрим-программа уже запланирована. Что касается продажи прав трансляции, об этом мы обязательно подумаем в дальнейшем. Да, я вам даю идею. Да, спасибо. Календарь, программа какая еще? Значит, сейчас 21 числа мы объявили уже конкурс видеоблогеров, и до 24 числа у нас любой видеоблогер может снять спортивный видеоблог, оформив на сайте у нас заявку, прислать свой ролик для участия в конкурсе. Почему борются, скажем, интересно бороться за участие в нашем фестивале, в нашем конкурсе? Мы назвали наш фестиваль, так называемый иногда в кулуарах, «Битва за квадрокоптер». Традиционно, уже третий раз, гран-при нашего фестиваля – это квадрокоптер. Помимо прочего, у нас спонсорами нашими предоставлены магазином «Пилотаж», яхта и самолет, модели яхты, модели самолета, радиоуправляемые. Это все модели, которые тоже нужны то ли видеоблогерам, то ли молодым фильммейкерам, потому что каждая модель яхты или модель самолета может быть носителем веб-камеры. То есть это то, что необходимо для съемок. И, собственно говоря, у нас сейчас проходит заключительный конкурс для видеоблогеров, для ютуберов, по спортивным фильмам. И 24 числа у нас уважаемое жюри начинает заседать и определять победителя. В этот раз на фестиваль, на 27 ноября, мы будем уже выходить с готовыми судейскими протоколами и, собственно говоря, с определенными победителями. А почему так? Первые несколько раз судейство у нас жюри проходило просто на фестивале. Мы столкнулись с тем, что времени на это недостаточно. Работа очень напряженная, интенсивная. Количество фильмов у нас растет. Поэтому мы сейчас вынесли судейское заседание жюри на 24 число. Оно у нас будет проходить в Союзе журналистов.
И уже на фестиваль у нас будут готовы призы, грамоты. Единственное, что мы все-таки надеемся, что наши призеры будут в неведении. Никто не будет знать, кто у нас будет на самом деле победителем до того, как это будет объявлено на фестивале. Я говорю, Валерий, вот скажите, наверное, так увлекает это все. Меня уже начинает уже во время передачи заинтересовывать все больше и больше ваш фестиваль, что уже хочется, наверное, бросить все остальное, все дела, которые связаны с поддержкой фестиваля бизнеса, и сконцентрироваться на чем-то таком одном. Потому что оно в итоге, получается, дает эффект такой мультипликационный, да, как снежный ком обрастает идеями ваша вот эта творческая такая новая панорама, которую вы открыли для одесситов, да? Ведь таких фестивалей спортивных, я так понимаю, в Украине особенно и нету, да? Нет, мы первые конкретно в Украине. Есть вообще международный фестиваль подобный. Вот, он даже состоит при Олимпийском комитете. Мы пока с ними не связывались, мы это сами с интересом узнали не так давно, о том, что не мы первые открыватели этого жанра. Но вообще фильм о спорте, спорт и этот фестиваль, он дает довольно-таки большой драйв. Много идей, много драйва, много как-то интересных событий, общение с интересными людьми. Вот, новые, а самое главное, новые интересные идеи. Потому что я считаю, что одна из главных задач, в принципе, и фестиваля, и вообще нашей жизни, как для меня, нашей организации, это пропаганда здорового образа жизни. Понятно. Понятно. То есть, значит, мы тогда уже, в принципе, о программе рассказали все, или еще что есть у нас добавить. Потому что я действительно вижу, что ваша вот эта инициатива, она имеет поддержку большую в обществе. И раз вы так уже с одного фестиваля решили, потом два раза в год, теперь уже четыре раза в год. Я не успеваю следить за этим фестивалем. Мне очень приятно. Нашим зрителям, наверное, будет интересно. Да, расскажите подробно, когда он начинается, когда он заканчивается, календарь и какие еще в программе есть элементы? 27 числа у нас на Одесской киностудии, в кинозале Одесской киностудии в 11 часов начинается фестиваль. Проходить он будет до 3 часов. В программе фестиваля у нас как культурная программа, поскольку у нас начинали черлидеры программу фестивальную, у нас очень много будет выступлений команд черлидеров. Это чемпионы Европы, команда «Фортуна Одесса», наши акробаты направления «Чир». У них несколько будет композиций, то есть они на месте продемонстрируют живьем, я скажу так, в 3D-формате. То есть на экране будет выступление этой команды и фильм этой команды, а на сцене команда покажет нам сложные пируэты и свои сложные трюки. Это, конечно, очень такой напряженный момент для зрителя, по крайней мере для меня, но тем не менее это нравится, это добавляет жизни в фестивале. Кроме этого, у нас будет выступление театра «Умелые ноги» Алексея Гилко, самого Алексея Гилко, и ряд других номеров от наших, скажем так, одесских талантов. Помимо этого, на фестивале у нас будет викторина. Лотерея беспроигрышная, у нас на каждом билете есть номер лотереи. Нам позволило проводить эти лотереи, эти викторины, сотрудничество с нашими спонсорами. У фестиваля, фестиваль постепенно оброс спонсорами, это представители бизнеса. Вы спрашивали, откуда, собственно говоря, у нас энтузиазм, да, откуда у нас возникает потребность и почему мы это делаем. На самом деле нам уже, в принципе, не дают дать задний ход, наши партнеры, даёт, наши спонсоры. Да? Да, почему? Потому что когда мы заканчиваем, когда мы проводим фестиваль и проводим итоговые отчеты, нас спрашивают, когда следующий? И когда и на этапе подготовки к каждому фестивалю наши спонсоры, партнеры уже планируют свое участие в следующих фестивалях. Вот я хотел задать вопрос, бывают ли моменты, когда вас покидает вдохновение, а теряете веру в себя, в свое дело, что вас тогда мотивирует? А получается, что этот вопрос не имеет подоплеки, потому что вам не дают расслабиться. Что вам помогает тоже, Денис, заниматься и фестивалем, и спортивной деятельностью, кроме материального какого-то интереса, вера во что? Ну, я люблю и верю в свою страну, в ее будущее, как что бы там у нас на сегодняшний день не происходило. И лично моя позиция, что это будущее основывается в первую очередь на здоровой нации. У нас достаточно много спортсменов в нашей стране, которые принесли славу нашему народу. Особенно в Одессе. Особенно в Одессе, да. Вообще, в принципе, занимаясь как бы с детства различными видами спорта, я убедился, что Одесса, скажем так, это в Украине
Я на сегодняшний день это и как культурный центр, и как спортивный центр. То есть по разным видам спорта очень много серьезных перспективных спортсменов. Спортсменов, которые уже доказали на международных серьезных турнирах, Олимпийские игры, чемпионаты мира, доказали свой профессионализм. Ну и поэтому я считаю, ну и в принципе, у меня отец профессиональный спортсмен, он играл в Черноморце, кандидат в мастера спорта. Как бы продолжать семейную традицию, развивать этот спорт, развивать его в рамках своей страны, совершенствуя те или иные навыки у спортсменов, пропагандируя здоровый образ жизни. Ну, и на сегодняшний день я больше 15 лет занимаюсь продвижением тех или иных видов спорта. Я вам хочу сказать, что энтузиазм еще горит, и этого хватит еще на достаточно много десятилетий. А какие вы видите вот ближайшие 5 лет ваш фестиваль? Вот как хотелось бы вам, пускай даже видите, но хотелось бы вам, какой бы он был? Куда он должен дойти, до чего? Ну, дойти до чего, если учитывать, допустим, личные амбиции. Скажем так, на сегодняшний день, благодаря моему опыту, вот я побывал в разных странах, увидел, как развивается спорт, как развивается шоу и так далее. Скажем так, я получил очень большой багаж знаний. Вот. И, ну, в принципе, мои амбиции на сегодняшний день оправдываются. Я многие вещи вижу, как сделать немножечко лучше. Благодаря поддержке организации «Октава», благодаря поддержке тех, скажем так, грамотных людей, которые мне подсказывают, к которым я обращаюсь, получается реализовывать достаточно серьезные проекты. Мне бы хотелось охватить это немножечко больше. Вот. Расширили, да? Да, потому что для того, чтобы обратили внимание, для того, чтобы согласились, нужно иметь какую-то, ну, достаточно серьезную позицию. Ну, в принципе, я на пути к этому. Ну, не хватает, наверное, малого, не хватает средств или хватает? Расскажите, Татьяна, об этом, как вы выкручиваетесь. Все-таки, пока что, я так понимаю, достаточно скромный бюджет в плане прибыли или вообще прибыли нет, да? Вот как вы выкручиваетесь и как вам за эти 5 лет дойти до европейского мирового уровня? Ну, о прибыли мы пока вообще не говорим. У нас организация общественная, то есть неприбыльная. Поэтому мы говорим не о прибыли, мы говорим о привлечении финансирования и материальных ресурсов для возможности реализации проектов. Что нам, собственно говоря, дает? У нас очень сплоченная команда. Работаем мы уже более 16 лет в разных мероприятиях. Кроме этого, мы сами готовим волонтерам фандрайзеров в рамках своего проекта. И, собственно, взаимодействуя с представителями общественности, представителями власти, представителями бизнеса, мы находим финансирование и материальные ресурсы в той степени, в которой это нам необходимо. Хотелось бы, конечно, больше. Вы такие слова сказали, которые меня просто потрясают. Потому что я смотрю, на как развивается экономика страны, и вижу, что перспективы грустные, плачевные. А у вас оптимизм, вы находите в тяжелейшее время, когда никто практически не кредитует, особенно без залога и сумасшедшие ставки. Вы находите людей, которые в состоянии, вернее, не в состоянии, а и в состоянии, и еще и отдают эти, расстаются этими средствами. А у нас есть другой выход. У нас остается наш энтузиазм. Мы, собственно говоря, своим энтузиазмом, благодаря этому энтузиазму вокруг себя имеем возможность сгруппировать людей и реализовывать проекты. На Западе есть такая профессия, называется кризис-менеджер. У нас еще не сильно знакомы с этим. Мы за много лет стали профессиональными кризис-менеджерами. И, собственно говоря, наша задача в рамках проекта – найти общие интересы наших проектов и проектов бизнеса. То есть на самом деле фестиваль – это замечательно не только для спортсменов. Да, для спортсменов, для спортивных клубов – это замечательная возможность показать себя. То есть они показывают себя, они продвигают свой бренд. Спортивные клубы. Они, опять-таки, могут сплотить спортсменов в рамках своего клуба. И спортсмен, если команда объединена общей идеей, она, как правило, существует достаточно длительный срок, она не распадается. Кроме этого, фестиваль как шоу – это замечательная пиар-площадка. Вот, кстати, я хотел об этом сказать в двух словах. Вы очень четко сказали, что сейчас формируется система клубов. И причем это присутствует во всем. Клуб любителей пива, клуб любителей там, политики, да, и клуб, вот, возможно, военно-спортивного воспитания, я смотрю, в других странах развивается за счет вот этого интереса снизу, когда клубная система позволяет реализовать сложные вещи, когда патриотическое воспитание, только общие громкие слова, я уже перейду кратко к этому, мостик такой проложу, но когда это в виде клуба, когда это в виде шоу интересного, и событийного, а потом соревнования, то есть как живет западный цивилизованный мир, оно выплескивается потом и в награды, и в удовольствие, радость, общение и так далее, и аудитория зрительская
воспринимает это все как век трансляций, как прямой эфир, как будто это все сделано нестандартно и экспромтом. Не из какого-то жесткого сценария, заготовленного, что вот ты уже будешь победитель, как конкурсы красоты, а это вот клубная система, которая работала, а потом раз, открыла свою работу для зрителя. То есть шоу должно продолжаться. А вы знаете, есть понятие самоорганизации. Мы много лет изучали, занимались изучением этого явления, и, в принципе, все общественные проекты, если они жизнеспособны, они так или иначе выплескиваются потом, они расширяются и дают интересный кумулятивный эффект. Причем эффект для всех участников этого процесса. То есть на самом деле те бизнесмены, те общественники, которые поддерживают наш проект, они тоже получают определенный эффект для развития своего бизнеса. То есть если мы говорим о поддержке молодежного спорта, то если мы посмотрим на мировой уровень, на мировую арену, если мы посмотрим большие соревнования, это замечательные рекламные площадки. И там, скажем, в мире бизнес борется за право финансировать, спонсировать разного рода мероприятия. Устраивает своеобразный селектив, да, отбор такой. А у нас надо ходить искать, но те, кто уже один раз познакомился с вами, они не уходят, я так понимаю. А те, кто один раз познакомился, они не уходят. Уже второй фестиваль у нас, всех гостей нашего фестиваля угощает компания «Форнетти». Ну, мы рекламу не даем в эфире, но, по крайней мере, пытаемся объяснить, что приходите на фестиваль, вы получите только массу удовольствия. Да, вы сможете получить, скажем, сладкий стол от наших спонсоров. Перспективное развитие и сладкий стол. А вот какие еще направления в организации вы видите ваши, и чем вы занимаетесь, Валерий, скажите? Вот, в первую очередь, развитие спорта. То есть, как там сфокусировать? Правильно. Наша организация занимается, кроме развития, вот то, что мы делаем, спортивные проекты, вот, мы еще занимаемся развитием различных методологических проектов. Вот. У нас также есть игры. Вот. У нас большое направление довольно-таки развития различных игровых тем. Вот. Проектов. Потому что мы занимаемся в первую очередь обучением и пропагандой. Угу. То есть так. Стараемся как-то находить различные проекты в сфере как-то вот обучения детей, молодежи, пропаганды здорового образа жизни. Вот. Вы заменяете собой, получается, райком комсомола в советское время. Пытаемся. Мастера на все руки вы делаете. Ну, это, конечно, оно получается, не специально вы этим занимаетесь, оно вот само по себе формируется, так понимаю. Уже взялся за одно, тянется веревочка, вытягиваются проблемы, обрастает коллективом, да? Мы обычно откликаемся на инициативу сторонних организаций. То есть, если возникает какой-то вопрос, какой-то запрос в нашу организацию, мы его рассматриваем и смотрим, чем члены нашей организации, чем мы можем быть полезны. Так получилось, кстати, с фестивалем. Лет 5 назад к нам обратилось несколько спортивных клубов с помощью оказать им пиар, информационную поддержку. И мы в рамках своих блогов, видеоблогов, в рамках своих средств массовой информации, с кем мы сотрудничали, собственно говоря, стали помогать им развиваться. Этим клубом. И вот через буквально 5 лет благодаря этим же клубам возникла идея создания фестиваля. Почему? Потому что клубы продуцировали огромное количество видео на международных соревнованиях, на всеукраинских соревнованиях. И когда мы отсмотрели это видео, отсматривали мы опять-таки в рамках нашей помощи этим организациям, в рамках их создания для них видеороликов и так далее, мы посмотрели, что объем информации, качество информации, которое мы получаем, качество видеоконтента, оно сопоставимо с качеством видеоконтента очень интересных фестивалей молодежных. И наш век динамики, наш век вот именно онлайна, то получается, что оно нашло своего благодарного зрителя. Не вот прийти там в кинотеатр там, и смотреть фильм, сидеть, а как бы практически ты сочувствуешь, ты эмпатию проявляешь, ты сопереживаешь со зрителя, получается, потому что ты видишь, как это сложно, как в спорте, и как это в итоге интересно, ярко, красочно получается. Да, вот расскажите об этом, спортсмен. На самом деле, при подготовке к этому кинофестивалю мы требуем от команд, чтобы видео, знаете, бывает, просматриваешь фильм, да, вот такой, мурашки, да, по коже. Вот должно быть в каждом видео, несмотря на то, что это готовят, в принципе, дети, подростки, студенты, там должны быть моменты, которые затрагивают, какие-то струнки
в душе, да, каждого, и каждого человека, каждого зрителя, которые смогут его скомпрометировать, ну, заставить себя стать немножечко лучше. Да, не просто проснуться, а проснуться и пойти на турник. Не просто проснуться, а включить какую-то интересную музыку, подвигаться, там, поджиматься и так далее. Опять же, для того, чтобы жизнь – это движение. Чем больше человек двигается, тем больше он развивается. Чем больше он двигается, тем больше он сможет сделать что-то для себя, для своей семьи, для своей страны и так далее. В каждом фильме должна присутствовать мотивация. Вот на сегодняшний день я хочу привести пример этого клипа, может быть, он не совсем удачный, но мне кажется, удачный в том плане, что когда был клип на Лабутенах, да, там хотелось смотреть и потанцевать с этой девушкой. Такой у нее был азарт, такое было у нее настроение, что оно передавалось просто зрителям, почему такое миллионные просмотры в Ютубе. Ваша продукция, продукция участников фестиваля, наверное, тоже будет более продаваемо, более узнаваемо, интересно, если она будет в движении, о спорт ты мир. Ну, вы сказали сейчас о Лабутенах. На самом деле это одно из направлений, которое нас сейчас очень интересует. Мы в течение года вели небольшой клуб видеоблогинга, рассматривая, изучая тенденции, изучая направления. И, собственно говоря, одна из таких тайных целей нашего фестиваля, собственно говоря, сделать вирусное видео из спортивных роликов. То есть для того, чтобы вирусное видео, это видео, которое распространяется само по себе распространяется, набирает миллионные аудитории без взаимодействия с ним. То есть это вирус. И, собственно говоря, Лабутены – это один из, скажем так, один из примеров вирусов. И мы сейчас рассматриваем вопрос, каким образом мы можем из спортивных, позитивных роликов, видеороликов, сделать вирусные видеоролики. Для чего? Для того, чтобы эта миллионная аудитория вдруг, как сказал Денис Викторович, в один прекрасный момент захотела заниматься спортом, отжиматься, скажем так, завоевывать награды и делать что-то активное и позитивное. И в этом нам поможет, я так понимаю, конкурсное жюри фестиваля, которое состоит из, расскажите кого, и оргкомитет. Давайте озвучим, кто у нас фундаторами вашего мероприятия. Фундаторы нашего конкурсного жюри. На нашу инициативу фестиваля откликнулось очень много уважаемых людей, интересных общественников. У нас в жюри есть председатель Союза журналиста Юрий Работин, директор Дома культуры «Авангард». Николай Македонский. Скажем, есть у нас ряд других журналистов. У нас также в жюри есть несколько спортсменов, есть спортсмены, и есть кинематографисты. И даже у нас вот есть кинематографисты, есть у нас Сергей Коняхин, это молодой репортажный режиссер. Собственно говоря, он уже второй раз у нас в жюри, он приносит такую живенькую нотку в работу нашего жюри. Почему? Потому что его идеи, они отличаются от идей других членов жюри. В качестве примера могу привести, у нас на прошлом фестивале была очень интересная картина заявлена, и единственный недостаток этой картины, она была у нас в профи-номинации, единственный недостаток этой картины – это было шампанское и сигареты в кадре. И большая часть членов нашего жюри, скажем так, однозначно была против того, чтобы призовое место досталось этой картине, именно потому что увидела в этом нарушение, собственно говоря, принципов фестиваля. Здоровый образ жизни как-то там не монтировался. Хотя все остальное – художественное качество этого видеоролика. То есть это была действительно качественная короткометражка. Кстати, хотел спросить вас, вы спонсоры свои не приглашаете, производители алкогольной продукции или табачной? Соблюдаете вот этот такой этикет своеобразный? Этот этикет мы соблюдаем. То есть мы даже не обращаемся к торговым маркам, производителям сигарет, производителям какого-то продукции, которая не способствует, собственно, здоровому развитию. Потому что я смотрю, реклама идет многих торговых марок, при этом спортсмены известные рекламируют это. Ну хорошо, мы тогда уже заканчиваем постепенно нашу передачу. Она, мне кажется, получилась достаточно необычной. Такое необычное событие осветили. Фестиваль продолжается, фестиваль развивается. Фестиваль дает заряд позитива, дает эмоции. И я надеюсь, что одесситы и жители города, области и всей Украины все-таки соблазнятся прийти к вам на киностудию одесскую 27 числа, еще раз, во сколько? 11 часов. В 11 часов, до начала. А если не будет, допустим, вот как вы будете выкрутиться, если придет столько зрителей, что не будет хватать стульев?
Что это сложный вопрос. Этот вопрос всегда поднимает у нас Денис Викторович. А что мы будем делать, если окажется, что зрителей будет гораздо больше? Скажем так, определенное количество зрителей мы можем принять без посадочных мест, то есть дополнительные стулья? Я думаю, что вопрос решится очень просто. У нас будет очень интересный контент, и команды подготовили интересные фильмы. Поэтому зрители вряд ли будут сидеть, аплодируют они стоя. Вот на этой оптимистической ноте мы, наверное, будем заканчивать нашу передачу. Шановні телеглядачі, з нами сьогодні були організатори Chair Leading Festival, фестиваля молодіжних спортивних фільмів Валерій Слуцький, Тетяна Лебедєва і Денис Гратій. І я з вами ведучий Геннадій Чижов. Всього доброго, до побачення, до нових зустрічей. Бажаємо вам міцного здоров'я, а також завітайте на наш фестиваль.